Если бы я поставил напротив тебя человека, который разрушил твою жизнь, ты бы его убил? Когда ты будешь слушать эту запись, пройдет уже 7 лет. Сейчас ты находишься у истока своей новой жизни. Это может быть потрясающе. Знать будущее. Так значит, ты коп? Я агент времени. Мы предотвращаем преступления до их совершения. Что это? Машина времени. Никогда не превышает пределы прыжков во времени. Если ты хочешь остановить подрывника, у тебя не будет второго шанса. Время – ловушка для желаний. Ты сможешь это сделать. Что ты имеешь в виду? Как это связано со мной? Ты уникален. Тебя подарил миру этот парадокс. Ты должен привести нас в будущее. Я знаю, откуда пришел я, но откуда явились все вы? Что, если я поставлю его напротив тебя? Ты убьешь его? Входим в зону высадки, Кэп. Ну что, выходные хорошо погуляли? Из моей компании в живых только я, а новых друзей нет. Подкатил бы Кристи, чисто по статистике не откажет. Потому и не подкатываю. Стесняешься или страшно? Дел по горло! Он хоть с парашютом? Нет. Ему ни к чему. Я вступил в щит, чтобы защищать людей. Капитан, чтобы сделать мир чище, иногда нужно поработать метлой. Не всем это по душе. Вы готовы открыть миру свое лицо? Выгляните в окно. Вы знаете правила игры. Хаос, война. Все решает один шаг. Мы нейтрализуем угрозы до их возникновения. То есть наказание идет до преступления. Щит нацелен на результат. Это не идеальный мир. Это не свобода. Это страх. У тебя нет права на ошибку. Пока мы не начали. Никто не хочет выйти. Ваша работа – это дар человечеству. Великий подвиг. И я прошу вас его повторить. Твой выход. Пора. Судя по камерам, там что-то серьезное. У них заложники. Погнали, парни! Вперед! Это наш город! Вот это другое дело! Быстро и незаметно, быстро и незаметно. Что это? Кажется, вспышка. Дай мне камеру. Опять включил бэтменский голос. Заглохни, раз! Об этом никому ни слова. Скажешь, мы найдем тебя. Да, мы тебя найдем. Извини, очень страшно получилось, да? В общем, мы тебя найдем. Дети мои, всю вашу жизнь я учил вас защищать наш город. Но, боюсь, вы еще не готовы к величайшей угрозе. Мы выведем вашу броню на новый уровень.
Шреддер. Четыре черепашки. Один дерется с роботом-самураем. Ну давай! Класс. Барни! Лео, в беде! Понял, что ты делаешь? А, понял. Смотри, ничего не упусти. Значит, они пришельцы? Нет, что за чушь? Они черепашки. Что еще ты мне о них расскажешь? Они ниндзя. Обезьяны не хотят войны! Знаете, чем они страшны? Им не нужна энергия, свет, отопление, ничего. В этом их преимущество, поэтому они сильнее. У нас обоих есть семья. Ты защищаешь свою, а я свою. Мы обязаны сохранить мир. Ты понимаешь, нет! Что они нападут на тебя? Они животные! Цезарь, это твой дом. Кто это был? Хороший человек, как ты. Цезарь, любить людей больше, чем обезьян. Не с места! Застрелишь? Не знаю. Тихо, тихо, эй, тихо! Эй, эй, эй! Ты ему нравишься. Бухнуть хочешь? Оу-оу-оу, тихо! Не надо. Лучше положи. Только Цезарь может это остановить. Они не враги. Я спасаю человечество. Моя история вначале покажется вам нелепостью, но потом... Нужно найти ключи. Все встанет на свои места. Ты нашел кофе? С сахаром, да? Да. А, подожди. Три. Ты любишь три. Сколько раз мы здесь были? Сколько раз? Для меня прошла целая вечность. Вторжение провалится. Мы потеряем все. Мы умрем через 5 минут после приземления. Весь наш десант. Ложись! Как ты это сделал? Уходим! Найди меня, когда придешь в себя! Ты знаешь, что со мной происходит. То же самое происходило со мной. У тебя есть их способности. И что теперь? Ты будешь умирать. Каждый день. Я буду тебя тренировать. Снова и снова. У тебя нога сломана? Нет, я в порядке. Начнем сначала. Перестань.
Я не солдат. Конечно, нет. Ты оружие. Они хотят захватить весь мир. Ты должен изменить будущее. Мы не справимся с ними. Сколько раз мы здесь были? Ты что-то не договариваешь? Через несколько часов стемнеет. Сядем у камина и выпьем вина. Нам нужно начать заново. Нет! Я был мальчишкой, когда меня похитили с земли. И я даже не представлял, какую судьбу готовит мне Вселенная. Наши миры столкнулись с неотвратимой угрозой. И вы, друзья, наш единственный шанс. Считайте, что это деловое партнерство. Хотите сказать, что жизни 12 миллиардов моих подданных в руках вора, двух налетчиков, убийцы и маньяка? Енот вызывает у меня сомнения. Мы не станем стоять и смотреть, как зло пожирает миллиарды невинных душ. К чему нам ввязываться? Потому что сейчас... Жизнь дает нам шанс. Кто защитит галактику? О, если не мы. Ты первый давай. О, да. У меня есть план. У тебя есть план? У меня есть половина плана. Это фальшивый смех. Настоящий! Фальшивый! Я есть Грут. Спасибо. Что это? Бомба. А что она валяется, где попало? Сейчас засуну в коробку. Себя туда засунь. Вот умеешь ты в душу нагадить. Пережив великие страдания, мы победили хаос. Препарат активирован. И создали общество, где правит гармония. Ты умеешь летать? Еще как. Долетал до границы? О, да. И что за ней? Не знаю. Тут нельзя. Слетаем? Это против правил. Это книги. Привет, меня зовут... Я знаю, кто ты. А кто вы? Дающий. Когда старейшинам нужен совет, я обращаюсь к мудрости прошлого. Наш мир был иным. Было много... Много? Много разных. Красные. Ты увидишь их все. Все цвета, все различия. Наше общество отказалось от эмоций. Их стирают утренние уколы. Когда есть выбор, легко ошибиться. Завтра пропусти укол. Я давно так делаю. Что чувствуешь? Он изменился. Удивлена, что вы не волновались за него. Пора. Покажи мне Джонаса. Он любознателен. Ты должен был предвидеть. В реальности все не так, как выглядит в нашем мире. Смотри. Это мой отец. Я не мог подготовить себя к правде. Он убил его? Неугодных и старых убивают. Это ради всех нас. Ты многого не знаешь. Мне страшно. Вернись в семейный отсек. Это не моя семья. И не твоя. Джонас опасен. Я знаю, что от нас что-то скрывают. Удобно? Джонас. Надо все им рассказать. Ты можешь остановить их. Можешь все изменить.
и остановить. Это величайшее достижение современной физики со времен расщепления атома. Редкоземельный металл. Молекулярно нестабильный. Они сделаны из него. Давай, развалюха! Давай! Вы еще не видели таких грузовиков? Пап, пожалуйста, хватит тратить деньги на фигню. Я думаю, это не грузовик. Кажется, мы нашли трансформер. Я спрошу вас только раз. Где Оптимус Прайм? После всего, что мы сделали, люди охотятся на нас. Но, боюсь, теперь мы все в опасности. Что это? Кто послал тебя сюда? Это не война. Это истребление. О, Господи! Сколько еще моих братьев должно пожертвовать собой? Ты должен поверить, Брайан, в то, кем мы можем быть. Оставлю своего отца. Нам нужна новая армия. Профессор, вам сложно будет поверить. Меня прислали к вам из будущего, которое наступит через 50 лет. Что-что, повторите-ка? Да, это не шутка. Вначале стражи охотились только на мутантов, а затем на всех. Я проделал длинный путь, чтобы объединить и направить всех нас. Нам нужна ваша помощь. Передайте тому, кто вас прислал, что я занят. Меня прислали вы. Только вместе мы сможем остановить эту войну. Ты зверь? Я не понимаю, о чем вы. На вид хлюпика силенки есть. Я сказал, уходите. Мы будем с тобой друзьями. Просто ты еще не в курсе. Нам нужна Мистик. Зачем? Ты бессердечная стерва. Давай без нежности. Нам понадобится и Магнита. Он монстр. Его держат в подвале самого охраняемого здания на Земле. Есть один вариант. Он клевый. Он зануда. Побег из тюрьмы? Это ж незаконно. Почему я должен доверять вам? Мы такие же, как ты. Круто, но мерзко. Насилие не по моей части. Чарльз, я тоже рад тебе, дружище. Да, весело будет. Появился новый враг. Ваша страна беззащитна против него. Вам понадобится новое оружие. Такого я еще не видел. Все. Что происходит сейчас в ваших руках? В будущем я выживу? Нет.
ты с ним сделаешь? Заставлю его трудиться на благо общества. А нельзя его отпустить? Этой штуке придется приспособиться. Надевайте маски. Как и всем нам. Этот мир прекрасен, но сейчас он говорит нам, что пора уходить. Поколение твоей дочери станет последним на Земле. Ты был нашим лучшим пилотом. Действуй и спаси их. Все готовы попрощаться с нашей Солнечной системой? С нашей галактикой. Поехали. Мы на месте. Мы же хотим спуститься побыстрее. Мы хотим спуститься живыми. Держитесь. Это наша миссия. Плана не сработает, если люди на Земле вымрут, пока мы его выполняем. Наши мозги привели нас сюда, дальше, чем кого-либо в истории. Но этого недостаточно. Чего вы ждете? Там, у тех скал! Это не скалы. Это волны. Я не успею! Нет, успеешь. Ты успеешь! Тебе придется выбирать между желанием увидеть своих детей и будущим человеческой расы. Мы найдем выход, профессор. Мы всегда его находили.